С начала 2017 года в законодательном собрании Краснодарского края появилась новая традиция. Перед проведением очередной сессии Кубанский парламент становится большим выставочным павильоном для демонстрации достижений районов края в социальной сфере и экономическом развитии. 24 мая в законодательном собрании прошел день муниципального образования «Славянский район». О достижениях Славянского района депутатам законодательного собрания края рассказал глава муниципалитета Роман Синеговский. В первой части экспозиции было представлено более 20 информационных стендов и выставочных экспозиций промышленных и сельскохозяйственных предприятий района, достижения крестьянско-фермерских и динамично развивающихся личных подсобных хозяйств малого и среднего бизнеса. По итогам 2016 года Славянский район в вопросах промышленности занял 5-е место по темпам отгрузки продукции. Сельское хозяйство представлено 32 крупными и средними предприятиями, 20 предприятий лесосеющих. Гордость наша, что в 2016 году мы произвели 349 тысяч тонн кубанского риса, 76,2 центнера с гектара. Как отметил Роман Синеговский, представители малого и среднего бизнеса вносят ощутимый вклад в экономику района, а также в развитие его социальной сферы. Это стало возможно во многом благодаря программам государственной поддержки, предусмотренной как начинающим, так и активно развивающимся предпринимателям. Во втором зале были представлены стенды, демонстрирующие развитие массового и доступного спорта в Славянском районе, а также рассказывающие о том, какая работа проводится в муниципалитете по пропаганде здорового образа жизни. Активная деятельность в этом направлении помогает обеспечить занятость детей и молодежи. По итогам 2016 года процент населения, вовлеченного в регулярные занятия спортом, превысил 47%. На территории есть 11 учреждений спортивных, 24 работают федерации, спортивные клубы во всех поселениях. Есть у нас инфраструктура, которая также способствует развитию здорового образа жизни. Мы гордимся той спортивной базой, которую мы имеем. Председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов дал высокую оценку созданным в Славянском районе условиям для полезной занятости населения, формирования здорового образа жизни детей и взрослых. В свою очередь Роман Синеговский поблагодарил законодательное собрание за сотрудничество и помощь в решении самых разных вопросов на территории района. Опыт работы органов местного самоуправления нашего муниципального образования признан депутатами законодательного собрания края положительным и рекомендован для изучения и использования другим районам. Я хочу выразить глубокую признательность всем жителям Славянского района за то, что они положительно. Главе района, председателю совета сказать слово благодарности за то, что они вот в таком единстве со своим населением, за то, что они стремятся сохранить традиции и приумножить положительные результаты. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».